Сегодня держитесь крепче, потому что информации будет много. А сегодня на торги выставляются аж 4 лота от Japan Car. Это Chevrolet Cruze, это Mitsubishi Colt, это Mazda Demio и это Mitsubishi Lancer Cedia Wagon. Поэтому информации будет много, но выбирайте. Суммарная мощность наших автомобильчиков это примерно 350 лошадиных сил. И, соответственно, при этом суммарный объем примерно 3 с небольшим литра. Как такое получается? А потому что все японские высокотехнологичные движки. И на Mazda, соответственно, и на Mitsubishi, и на, соответственно, в этом Chevrolet. И при этом, при всем при том, что это как бы мини-венчики или универсальчики небольшие, здесь места хватает. Сейчас объясню почему. Вот в американцах, когда вы сидите, там полулежачая посадка. А в европейцах они попытались сделать полулежачую посадку, но не получается, поэтому ваши ноги должны быть широко раскиданы, чтобы как-то более-менее комфортно. Здесь такого нету. Здесь нормальная сидячая посадка, и при этом задний ряд сидений чуть-чуть выше. Поэтому места хватает даже для двухметровых дяденек, которые, кстати, пытались засесть в эти японские автомобили, и места было достаточно. И опять же, это удовлетворение ваших потребностей в качестве недорогого городского автомобиля на всех пирогах, собственно говоря. То есть эрбэги, кондиционеры все присутствуют, машины все свежие, и теперь самое главное. Да, с 1 июля банки заставили показывать все свои скрытые проценты. Если вы раньше нас за фраеров считали, и сказали, что вы лохи, будете платить ваши 12%, а РКО мы раскрутим и все, то сейчас нету. Поэтому как грамотно купить недорогой японский автомобиль? Они все кредитоспособны, конечно. Любой банк скажет, машина-то свежая, нет даже и 5 лет. Так вот, вы берите, пожалуйста, кредит на год, ладно, 30%. За год упритесь рогами, выплатите. Можно сделать, поверьте мне, перезанять, не под такие бешеные проценты. А затем еще год покатайтесь. Японский автомобиль, с нашей помощью, будут на вторичном рынке более чем ликвидны. И, соответственно, вот вам уже более большой седан, например, аль хотите джип. И все это можно привезти. А эти автомобили есть в наличии.